Всем привет! С вами Вика и Катя. И передача для школьников «Наше время». Передача, героем которой может стать любой из вас. Алло, Полин, ну ты где? Как не придешь? А как же наши планы? А, ты в библиотеке, но мы сейчас как раз недалеко. Ага, сейчас придем. Осторожно, Катя, как можно быть такой невнимательной на дороге? Ой, заговорилась. Ты забыла про правила дорожного движения? Ага, конечно, забудешь их, ведь с самого сентября ребятам в школах напоминают правила дорожного движения. Ежегодно в начале учебного года в школах сотрудники ГИБДД проводят различные мероприятия, напоминающие детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Когда переходишь дорогу, надо посмотреть налево, направо, потом убедиться, что машин нет, а потом уже переходить дорогу. В сентябре инспекторы выдавали школьникам специальные светоотражающие фликеры. Разрешите вам вручить вот такие вот два вот таких вот маленьких фликера. Это называется кошачий глаз. Кошачий глаз, его нужно расположить либо на ранец, либо на верхнюю одежду. Значит, в темное время суток, когда свет фар машин попадает вот на плоскость вот этих вот значков, они светятся, и вы заметны для водителя. Значит, вы в безопасности. Письма водителям. Под таким названием в нашем районе прошла акция, призывающая владельцев автомобилей соблюдать правила дорожного движения и уважительно относиться к пешеходам, особенно юным. Рисунки на тему дорожной азбуки дети рисовали не первый раз. В этом учебном году старт мероприятию дали ребята из Дома детского творчества «Гармония», что в поселке Развилка. Я рисовала магазин, дорогу и выход из магазина, который перекрыли машины. Просто у меня мама с коляской, и ей неудобно выходить просто. То есть это жизненная ситуация, да? Школьники напомнили водителям о том, что на дороге нужно быть взаимовежливыми. Водитель должен понимать, что надо пропускать на зебре людей. Красный свет, дороги нет. Желтый приготовится, а зеленый говорит: проходите, путь открыт. Водитель, будь внимательным на дороге. Под таким девизом прошли и уроки изобразительного творчества в Развилковской средней школе. В акции принимают участие и ученики младших классов, и старшеклассники. Должны учить и маленьких детей, и нас, и постарше, и взрослые, потому что неправильно себя ведут так, как и взрослые, и маленькие дети. Все свои письма ребята передали водителям, прикрепив их на лобовые стекла автомашин, припаркованных в неположенных местах. Привет, Полин. Привет, девчонки. А что это ты тут делаешь? Да вот, я же в 9 классе учусь. Вот надо решать, оставаться в школе или поступать в колледж. Что, куда? Я ничего не знаю. А что тебе близко, интересно? Ну, я люблю рисовать. Вроде даже получается. А еще мне нравится радовать близких и друзей. Ну, а как насчет профессии художника или не просто художника? Катя, давай расскажем ребятам и Полине о... Стой. Давай лучше покажем. Ножницы, расчески, он вам сделает прическу. Парикмахер непременно подстрижет вас современно. Вик, ты чего? Мы ж о парикмахерах не говорим сегодня, мы говорим о стилистах. А это вещи разные, правда, Роман? Абсолютно верно. Парикмахер всего лишь исполнитель, а стилист предлагает свое видение, всегда подскажет клиенту, какой образ ему выбрать. А иногда он просто импровизирует. И некоторые образы настолько креативные, что это можно сравнить с картинами. Стилист, как и художник, работает с красками. Ну, в нашем случае тени, помады и так далее. Профессия стилиста очень популярна, но хороших специалистов не настолько много, как хотелось бы. Вот что помогает стать хорошим стилистом? Какие черты характера? Умение слушать. И в целом, я думаю, что стилист идет в эту профессию по
потому что любит преображать себя, свое жилье, окружающих людей, все вокруг. И это касается не только индустрии красоты, но всего, и интерьера, и всего остального. А вы, Роман, а вы же где-то учились в парикмахерском искусстве? Должно быть зерно таланта, да, которому нужна огранка. И так получилось в моем случае. Возможно, мне просто повезло с талантом. Можно сделать центральный пробор. Ряди будут симметричны, и образ будет более строгим. Издержим. Если ты хочешь более игривый вид, ты можешь перекинуть одну из прядей на другую сторону. И за счет асимметрии будет более романтичный образ. Можно это усилить, да, сделать еще более ярче контраст и увести одну прядь на длину, а вторую оставить более короткой. Роман, а вы вот моей сестре сделали каре с удлиненными передними прядями. А мне, надеюсь, что-нибудь другое придумаете, чтобы нас не путали, как это частенько бывает. Да, у Вики стрижка называется каре с удлиненными передними прядями. А у тебя удлинение прядей будет в затылку. То есть мы не будем менять кардинально концепцию стрижки, лишь освежим ее и придадим благородный вид. Сегодня мы побывали у стилиста и узнали, что это за профессия, на собственном опыте. Но я изменилась не только внешне, меня эта прическа даже как-то дисциплинирует. А у меня наоборот романтическое настроение. С профессией стилиста вас познакомили Вика и Катя Лохматовы. С профессией стилиста мы познакомились еще в августе и нам очень понравилось. Здорово, это оказывается так интересно. Полина, ты знаешь, что есть художники по металлу, по дереву и по фруктам, овощам? Как это? Об этом нам рассказали Усманов Кирилл и Женя Васильева. Сегодня мы впервые представляем мастер-класс по карвингу. И я, так же как и вы, дорогие телезрители, наконец-то узнаю, а что это такое? Карвинг – древнее искусство художественного вырезания из самых разнообразных материалов. Но самое интересное, а главное вкусное – вырезание из фруктов и овощей. Мастер-класс по карвингу в один из выходных сентября провела мастер Наталья Гончугова. Хотела друзей удивить, рассказывает Наталья о том, как начала заниматься вырезанием из фруктов и овощей. И вот за 5 лет освоила технику карвинга и начала преподавать свое мастерство другим. Вырезание лебедя из яблока не самое сложное. Несколько разрезов превращают любимый всеми фрукт в изящную птицу. У тебя получилось? Не очень. Почему? Ну, как-то резаком по дереву удобнее делать. Конечно, одного занятия, чтобы научиться мастерству карвинга, мало. Но заинтересоваться этим изящным искусством можно, если начинает получаться. Очень довольна, очень интересно. Думаю, обязательно будем делать и лебедей. Может быть, даже специально вот скачаем что-нибудь в интернете. Если нас еще позовут на что-нибудь такое, мы с удовольствием придем. Портал «Помидор» и впредь планирует устраивать различные мастер-классы, чтобы показать разнообразие декоративно-прикладного искусства. Дорогие телезрители, и вы стремитесь и творите, и у вас все обязательно получится. Спасибо, «Помидор», за мастер-класс! Ура! Вот такие замечательные мастер-классы устраивает портал «Помидор». Здорово! Найду время и обязательно приду на следующий мастер-класс. Кстати, сейчас портал «Помидор» ведет прием работ на литературно-музыкальную премию «Мой голос». Внимание! Участником может стать каждый житель Ленинского района. Высылайте свои стихи, рассказы и песни на портал «Помидор» до 1 ноября. А подведение итогов состоится 23 ноября в детской школе искусств. Спасибо вам, девчонки, огромное. Благодаря вам я сегодня много всего узнала. Мне тоже так захотелось на телевидении. Можно к вам? Конечно, приходи к нам. Молодежная редакция «Видное ТВ» приглашает тебя и всех заинтересованных ребят
желающих познакомиться с профессиями журналиста и оператора. Пишите, звоните, адрес и номер телефона вы уже знаете. Ну а в завершении выпуска мы хотим сделать небольшой сюрприз нашим любимым учителям. И хотя свой профессиональный праздник вы уже отметили в начале октября, мы еще раз хотим сказать вам спасибо! Не было учителя, то и не было бы, наверное, ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника. И поныне бы, наверное, если бы не было учителя, ни открытой Америки оставались неоткрытыми. Не быть бы нам икарами, никогда б не взмыли в небо мы, если б в нас его стараниями крылья выращены не были. Без его бы сердца доброго не был мир так удивителен. Потому нам очень дорого имя нашего учителя. Учителя для нас вы свет. Все знания, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Спасибо вам огромное за вашу любовь, отзывчивость и такие замечательные уроки. Помните, вы играете огромную роль в нашей жизни. Дорогие учителя, спасибо вам за то, чему вы нас научили. И учите. Простите нас за наши ошибки. На них мы учимся. Желаем вам счастья. Успехов и благополучия. Чаще улыбайтесь. Мы вас любим! С праздником вас поздравляем. Трудно с нами, понимаем. Часто путаем задания. Что ни день, то опоздание. И причастный оборот все никак мы не поймем. Минусы забыть мы можем, перепутать полюса. Но поверьте, нашу школу не забыть нам никогда. Вовсе мы не перестанем вас, учителя, любить, если вдруг не сможем и пятерку получить. Обещаем, что стараться будем мы наверняка, чтобы вы гордились нами, милые учителя. Осень, день учителя, школьники с цветами. Сколько же учебных лет вы были рядом с нами. Любимый мой учитель, в душе моей всегда. Уроки будут ваши, тепло и доброта. С праздником, дорогие учителя! День учителя – особенный, добрый и радостный праздник. Мы благодарим вас, наши учителя и педагоги, за то, что вы присутствуете в нашей жизни каждый день, хотя мы знаем, как с нами порой непросто. Вы стали такими любимыми и родными. Спасибо вам за то, что вы открыли для нас волшебный мир науки, а также помогаете своими советами и напутствиями. Мы поздравляем всех учителей Ленинского района с профессиональным праздником Днем Учителя. Желаем вам счастья, здоровья и побольше терпения. Пусть не сломят вас неудачи. Больше будет подарков судьбы. Улыбаться желаем вам чаще. И свои все невзгоды забыть. Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с Днем Учителя! Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, любви и счастья! Чаще улыбайтесь! С праздником! Этот праздник ваш в этот день. Мы всех вас поздравляем. Вспышки ярких чувств. Часто твердят, сейчас дети не те, развязнее стали, наглее. Учителем быть равносильно беде. Бегите из школы скорее. Уроки, тетради, журнал, педсовет. Так дни пролетят незаметно. Что дни, и годам в школе счета уж нет. Пройдут и исчезнут бесследно. Но каждый когда-то за партой сидел,
глагол учил и спряжение. Юрий Гагарин читать не умел, таблицы не знал умножения. Быть может, и ваш ученик полетит к загадочным звездам Вселенной. А может, как вы, школе жизнь посвятит и станет достойную сменой. Дорогие учителя, поздравляем вас с Днем Учителя! Желаем вам счастья, здоровья, удачи, хороших учеников, любви! И мы счастливы! Катя и Вика Лохматовы, прощаемся с вами. Смотрите наше время на телеканале «Видное ТВ» ровно через месяц. Пока!